Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.UA. Сегодня мы рассмотрим двухполосную коаксиальную акустическую систему от компании Blaupunkt, модель ICX662. Акустика размером 16,5 см, поставляется в фирменной упаковке. Давайте рассмотрим комплектацию. Внутри у нас находится небольшая инструкция. Также размерная сетка, по которой вырезается посадочное место под динамики. И также два динамика. Динамики упакованы в отдельных коробках. В комплекте идут провода подключения, также металлические пластины и саморезы для фиксации динамика в посадочном месте. И сами динамики. Динамики с защитными сетками. Номинальная мощность данной акустики составляет 35 Вт, пиковая 250 Вт. Также второй динамик. Сетки металлические. Вот так вот выглядят сами динамики. Монтажная глубина довольно-таки небольшая, всего 5 сантиметров. Корзина штампованная из стали данных динамиков. Подключение стандартное, плюсовая и минусовая клемма. Диффузор из полипропилена, подвес резиновый. Второй динамик абсолютно идентичен. Сопротивление у данных динамиков 4 Ома, чувствительность 91 дБ. Дополнительные характеристики и стоимость данной акустики вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.